Друзья, всем привет! Сейчас такое сделаю объявление. Моделька Vibe Nitro X5 Pro, все знают эту модельку. Моделька одна из таких самых, можно сказать, одна из интересных моделей вообще-то, что продается в России, да? То есть почему поставил там для GBL рядышком, да? То есть, ну, для сравнения, чтобы видели, как выглядит 110 GBL, кто знает, да? То есть заявляют 160 Вт, здесь заявляют Vibe Nitro X5 Pro. Заявляют 120 Вт, друзья. Корпус у него в X5 Pro MDF. Внутри сверху пластмасс. То есть комплектация у него пульт, дистанционное управление, шнуры, да, и инструкции в русском языке. Микрофона в комплекте нет. Также полностью горячая подсветка, Firebox, она также отключается, регулирует, также стробоскопы, 4 штуки по периметру. Панель управления, в принципе. Ну, я ранее показывал данные модели. Друзья, модель неплохая. Батарейка 7000 мАч. То есть, ну, сейчас работа просто подсела. Работа от сети, так как разрядилась. К чему все объявление, друзья? Сейчас зашла партия по оценке. То есть модель X5 Pro. Средняя цена, смотря где как продается, кого-то 25 она стоит, у кого-то она стоит уже 28-30. Все зависит, в каком магазине и где вы хотите посмотреть, да? Данная модель X5 Pro сейчас зашла по оценке. И кому нужно, друзья, пишите для своих подписчиков, дам цену. Не буду объявлять здесь, потому что цена может меняться. Сегодня одна, через месяц может быть другая. Объясню, то есть почему такая оценка, если желаете. Нет, есть также упакованный, пожалуйста, цена там будет порядка там 25 тысяч, там плюс-минус. Вот, если хотите взять товар по оценке, то есть объясню, почему цена будет занижена. Пишите Вайбер, WhatsApp, контакты указаны будут под роликом и также в ролике. Или же в комментариях будет прикреплено комментарий, да, с контактами. Накрутим звук. Теперь попробуем включить GBL и посмотрим, какая все-таки из них круче работает. Ну так, для себя сравнить, чтобы понимали, в чем разница, хотя бы визуально. Да, полный обзор, друзья, по этой модели я попозже сделаю, то есть полностью разжую, все как к чему. Сейчас запустим, это мы Bluetooth вырубим. Накрутим звук на GBL теперь. Вот это. Средний бас выбрал, не средний, а второй положение. We'll be right back.
что, друзья, по вайпу JBL, друзья, я не продаю, сразу говорю, это так чисто для сравнения моделька. Вот, по поводу вайпа, пожалуйста, Nitro X5 Pro, пишите. Также, друзья, есть семерочки, потом попозже выложу, когда сейчас будет поступление. X7 обычные, да, пожалуйста, пишите. Хотите узнать хорошую цену, пишите, пожалуйста, вайбер, ватсап, контакты указаны в ролике, в описании под роликом, и комментарий закреплен под роликом. Друзья, всем добра, до свидания.